Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Народу пока немного, купания проходят штатно, пьяных практически нет, все хорошо, люди со знанием дела подходят, с полотенцами, с тапочками. И организация на достаточно высоком уровне. Дорожные рабочие в этом году постелили сено на снег, поэтому прихожане очень рады этому. Все удобно и красиво сделано. А вот насчет травм каких-то нет, пока ничего не было и даже предпосылок к этому не было. То есть, опять же говорю, что пьяных в этом году практически не наблюдается. А вообще, вот какая основная категория риска и какие, может быть, самые распространенные травмы, которые можно получить при купании? Категория риска – это ослабленные пожилые люди. То есть мы опасаемся, что сердечно-сосудистая система может не выдержать момент опускания в холодную воду. И когда при входе и выходе, возможно, подскальзывание и удары, травмы какие-то такого плана. Ну, это вот самое распространенное. На этой должности работает очень давно, на самом деле. Ты что ли? Да, там, ты достался-то?
Резервы должны были собрать. Нет, это самое. Молодец! Давай, давай, давай! Раз! Два! Три, Тёма, давай, давай! Всё, Машка, молодец! Молодец, умница! Давай, скорее! Всё, полотенце скорее! Что-то не по лестнице сюда выходите. Сюда, 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 сюда. Пошли, пошли, пошли. Тапок чей? Тапки пока растеряли. Давай, давай, давай. Обычно первый раз. Тапок и ставил. Давайте их. Я покажу им тапок. Танька, можно здесь? Больше не пьем. Поменьше народ будет, греть по переменке. Также, в палатке. Хорошо. Давайте, на связи. Ну что, будешь? Thank you.
Ну, мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня, не только здесь проходят, на 26-м лесозаводе. Мы вот сейчас проехали, это вот третье место где. Значит, надо отдать дань устроителям в новинках. Там великолепно в этом году устроена ветрозащита и возможность подойти к купели и выйти из нее, выстелена сеном. Ну, остальное все в штатном режиме. Сейчас самый пик вот был около 0 часов. Сейчас потихонечку идет спад. Но большое количество людей пришли. Наверное, этому способствует довольно теплая температура, 3 градуса всего. Но были предупреждения от Севгидромета о том, что возможны сильные порывы ветра и поднятие уровня воды. Кроме этого, из неблагоприятных условий это загрязнение вот именно в Маймоксанском рукаве. Вот, соответствующие таблички предупреждающие, они расставлены. Все службы находятся на месте. Пока все проходит в штатном режиме. Ты пойдешь? Халат-то ой надать.